Рудольф, иди ко мне. Вик, отнеси клубнику дядюшке Ису. Что? Клубнику? Да, бабушка только что прислала. Спелая. Клубника? Я тоже хочу клубники. Ух ты, как много! Она не мытая. Ну и что? Пойду отнесу. Спасибо. Держи. Пока. Рудик, тебе нельзя со мной. Пока. Глянь-ка, такая грустная мордашка. Ты, наверное, хотел пойти с нею, не так ли? Еще чего? Я гуляю во дворе сам по себе, без Ри. Да ну! Я знаю эти места, как все свои четыре лапы. И это цветочное поле, и этот большой пруд. Ой! И это огромное красивое дерево, возвышающееся над самой крышей. Можно я кое-что скажу? Твой мирок просто жалок. Вы тоже никогда не были за пределами двора, мэм. Да, ты прав. Пожалуй, не была. Но я слишком молода для мэм. Как жаль, что Ри никогда не берет меня с собой. Ой.
Ри, спаси меня. Жил-был кот. Эй, малыш! Я вижу, ты не местный. И явно не бездомный. Ну и что? А ну, оставь эту рыбину. На сегодня мне этого будет достаточно. Так и быть, забирай свою рыбу. О, а ты наглец, как я погляжу. Что, не боишься меня? Боюсь, потому и рыбу тебе отдал. Она мне не нужна. Мне она тоже не нужна. Вот. О? Жить надоело. Звать-то тебя как? А? Рудольф, а тебя? Меня? Хочешь знать мое имя? Их миллион. Их миллион? Странное имя. О! Я съем ее. Пойдем со мной. Вот так. Ой. Слушай, ты сам откуда? Я с третьей улицы. Третья улица? А где это? Третья улица на третьей улице. Так говорит Ри. И все же, какая третья улица? А? Третьих по счету улиц очень много. И все-таки, как ты тут оказался? Всем детям, которые играют на улице, время идти домой.
Вот так я здесь и оказался. Так как мне попасть на третью улицу? Как мне попасть домой? А никак. А? Тебе не попасть домой. Но почему? Грузовик, на котором ты прибыл, ехал всю ночь. Твоя третья улица очень далеко. Так далеко, что отсюда не видать. Третьих улиц тут как бездомных котов. В каком хоть городе, в каком районе, это очень важно. Но ты этого не знаешь. И никогда не вернешься домой. Тише там, ты мешаешь спать. Прости. Эй, вставай. Пошли. Куда? Бездомные коты должны постоянно кочевать, чтобы выжить. Приходит, когда мы варим рагу. И как он узнает? Смотри, с ним черный котенок. От черных котов одни беды. Ждите здесь. Несчастье от черных котов — это сказки. Не волнуйся, только необразованные верят в эту ерунду. Необразованные? Ты не понимаешь, потому что сам необразованный. Вот, мясное рагу. Босс привел с собой друга. Вот так сюрприз. Ешьте, не торопитесь. Если ты это не съешь, я съем. Ой-ой-ой, вкуснятина! Мое любимое мясо! О! А, это ты, гигант! Идем, угощу рыбкой! А? Гигант? Mm-hmm.
Привет, Полосатик. Давненько не виделись. Полосатик? Эй, погоди-ка. Почему люди называют тебя разными именами? Скажи-ка лучше вот что. Ты сам себя назвал Рудольфом? А? Нет, так меня называла Ри. В честь древнего короля. Клёво, правда? Да, Рудольф первой династии гамбургеров. Гамбургеров? Ха, ладно, забудь об этом. Каждый называет меня так, как ему нравится. Один Табби, другой боссом, третий полосатиком. Ого! Вот почему, когда мы с тобой встретились, я сказал, что их миллион. У меня много имен. А ты подумал, что меня зовут их миллион. Понятно. А, кстати, как тебе удается так хорошо ладить с людьми? Очень просто. Уличный кот должен находить общий язык с людьми, чтобы не голодать. И все-таки, как у тебя получается их очаровывать? А, ты раньше был домашним котом. Кто знает. Иди домой без меня. Что с ним? Я не понимаю. Привет! Ты чего? Рудольф, не бойся ты так! Как я узнал твое имя? Я знаю обо всем, что происходит в округе. Дружба с одиноким котом сделала тебя местной знаменитостью. С одиноким котом? Да. Речь идет о твоем большом приятеле. Их миллионе. Называй его как хочешь. А здесь его зовут Одинокий кот. Да, я великий знаток этих мест. Мой девиз – модный, стильный городской гуляка. Ну-ка. Что? Не очень. Ладно, а так? А-ю-ха! Ну как, круто? Нет, я имею в виду... В общем, как я уже сказал, и ты, я думаю, понял, я модный. Как тебя зовут? Буши. Или проще, кот из компьютерного магазина. Рад знакомству. Я тоже. Я хотел поговорить с тобой, но одинокий кот был всегда рядом. Боишься его? Ты с ума сошел? Не задавай глупых вопросов. Это все равно, что спрашивать, восходит ли солнце на востоке. Значит, боишься. Только лишь один дьявол не боится одинокого кота. Дьявол? Глянь, это дом дьявола, жилище Агава. Осторожно, злая собака. Самая опасная зона в квартале. Другими словами, держись от нее подальше. Хорошо. Потому что дьявола еще называют адская гончая. Адская гончая. Своими стальными клыками и острыми, как бритва, когтями. Он рвет на части врагов. Так поговаривает. Ты не шутишь? Я? Бежим! Ой, подожди меня! Ну подожди же! Дьявол очень страшен и очень опасен!
Может, пойдем ко мне? А? Мы на месте. Я так испугался. Я говорил. Уверен, дьявол не испугался бы их миллиона. Не, одинокий кот тоже силен. Однажды он подрался с другой собакой. А? Тот пес был намного больше, чем одинокий кот. Он был грозой всех окрестных котов. Очень страшный. Но одинокий кот врезал ему прямо промеж глаз и укусил за ухо. А потом? А потом кот подошел к скулящему псу и сказал: еще раз сунешь сюда свою морду, я откушу тебе уши и побрею наголо. Вот так. Здорово! Я откушу тебе уши и побрею наголо! Именно. Я откушу тебе уши и побрею наголо. Что, понравилось? Я откушу тебе уши и побрею наголо. Мне надо бежать. А? Ты знаешь ее? Наконец, но скоро узнаю. А расскажи мне еще про их миллиона. Почему он так хорошо ладит с людьми? Хочешь знать? А? Конечно. Одинокий кот когда-то был домашним. Я так и знал. Да? О, нет. До встречи. Еще раз сунешь сюда свою морду, я откушу тебе уши и побрею наголо. Вот так. Бум-бам-бам-бам. Пам-пам-пам-пам-пам. О! Уже поздно. Их миллион! Ну-ка посмотри! А? Еще раз сунешь сюда свою морду, я откушу тебе уши и побрею наголо! Чего? Ничего, Кэй. Ты понятия не имеешь о том, что значит быть бездомным котом. Это же фраза, которую ты однажды сказал сам. Не произноси угрозы понапрасну, даже когда шутишь. Угрожать кому-то — это серьезное дело. Тот пес стал бездомным не сам по себе. Это, наверное, Буши тебе рассказал, да? Да. Он необразованный идиот. Эй, их миллион! А правда, что ты раньше был домашним котом? Это Буши тебе сказал? Угу. Понятно. Это же дом дьявола, да? Да. Раньше я жил здесь, с ним по соседству. Правда? Мой хозяин взял и переехал в другой город. А что такое город? Это намного дальше, чем твой дом. Ему пришлось оставить меня здесь. Понятно. Но перед отъездом хозяин успел кое-чему меня научить. Это помогло мне жить в одиночку. Чему он тебя научил? Письменной грамоте. Как это? Смотри, тигр. Это А. Тигр. Так называл меня хозяин. И? У. Мяу.
Но он не сдавался. И я весь год учился читать день за днем. Я преуспел настолько, что мог свободно читать газеты. И как умение читать помогло тебе? Было трудно, но я рад, что научился этому. Например, благодаря чтению я узнаю, когда в школьной столовой подают мясное рагу. Правда? Да. Меню вывешено на стене в столовой. Я читаю его. Мясное рагу. Вот и весь секрет. Надо идти. А какую еще пользу может принести умение читать? Я могу находить все виды сокровищ. Сокровищ? Слишком долго объяснять. Покажу как-нибудь. В следующий раз. Привет, неудачники. Давно не виделись. Подбираешь объедки в компании своего малолетнего дружка? Ха, не так-то просто быть бездомным, а? Эй, малыш, хочешь отведать мясных объедков? Пойдем. Значит, это и есть дьявол? Да. Вы с ним не очень-то ладите. Мы раньше ладили, когда жили с ним по соседству. А вот когда я стал бездомным, он начал смотреть на меня свысока. Привет. Да, я не отрицаю, что сболтнул лишнего, но только лишь потому, что Рудольф захотел знать всю правду. И все тут, а чего? И я виноват. Ну так вот, я только хотел... Замолчи. Хватит оправданий, пошли. Стойте! За мной. Подождите. Так, теперь ты иди. Ого! Так это классная комната! Эй, это книги. Ри читала эти книги. Она называла их учебники и журналы. В мире существует много всяких книг. На, смотри. Ого! Что это? Энциклопедия животного мира. Классно. Выглядит сильным. Это лев. Здесь так написано. Лев. Ого! Здесь также написано много чего еще. Чтение книг дает знания. Делает вас образованными. Лев. Член семейства кошачьих, второй по величине вид после тигра. А теперь включите воображение.
Некоторые самцы достигают веса более 250 килограммов. Какие огромные! Верно. Как правило, они обитают в саваннах. Это такие большие равнины. Видите? Когда умеешь читать, узнаешь о мире больше. Ого! Какая красотка! Это он. Что? Когда умеешь читать, такие ошибки не допускаешь. Еще бы! А если я начну учиться, я тоже смогу читать? Конечно. Только не стоит этим заниматься в полсилы. Дети людей учатся годами, чтобы потом читать сотни книг. А еще они учатся письменности. Мне и самому еще многому надо научиться. Ты же умеешь читать, но все равно учишься. Да. Вообще-то мне это нравится. Научи меня читать, пожалуйста. Я мог бы, но ты должен мне кое-что обещать. Обещай, что не бросишь учебу на полпути. А это уже точно она. Самец Леон. Сначала так, и вот так. Так, и вот так. Смотри внимательно. Сегодня тут никого нет. Да, сейчас летние каникулы, к нашему счастью. Там кто-то есть? Иногда учителя приходят сюда даже во время каникул. А, это ты, босс. Бурый медведь. Это человек. Человек-медведь? Ну, входите. Я смотрю, ты сегодня привел друга. Завидую я вам, кошка. Мы, люди, всегда заняты, даже во время каникул. Хотите туда? Что это? Ты хочешь, чтобы я пошел с вами? Ну, хорошо. Минутку. Вот. О, вот это да! Здорово! Здесь много цветных книг. Про животных, растения, птиц, рыб, про все. Рудольф, я вижу, тебя впечатлила библиотека, но в мире есть куда более удивительные вещи. Да, нужно не просто читать отдельные слова, а понимать смысл целых предложений. Да, я буду очень стараться. Thank you.
этом стадионе вскоре пройдет бейсбольный матч школьных команд, который обещает быть жарче, чем самый нестерпимый зной. В городе существует 48 начальных школ. Мистер Медведь не отрывает глаз от телевизора. Он приходит сюда, чтобы отдохнуть от уличной жары. Далее мы расскажем о школе Гифу. Неподалеку протекает река Нагара через город Гифу и одноименную префектуру. Вся история города является результатом его расположения в центре Японии. Это же место, где я жил. Что? Сначала под защитой фуникулёр. Замок. Это точно то место. Точно оно. Да тише ты. Где это? В недавнее время специализацией городской экономики была поддержка индустрии моды. Гифу. Ну а сейчас город ищет пути для развития обрабатывающей промышленности. Где же этот Гифу? Сначала я покажу, где находимся мы. Вот тут. А Гифу? Где Гифу? Погоди, все по порядку. Мы находимся в этом городке, а городок в области. Такой маленький. Мир же огромный. А где Гифу? Вон там. Там мой дом. Какое счастье, теперь я могу вернуться к Ри. Это не так просто. А? Ты хоть знаешь, как это далеко? Но это совсем не важно. Представь себе путь, например, от магазина к школе. Расстояние до Гифу в сотни раз больше. Это все равно, как ходить в школу сотни раз. Как правило, кошки не могут преодолевать такие расстояния. Не может быть. Должен же быть способ. Стой! Эй, Рудольф! Я научился читать слова. Теперь точно найду дорогу домой. Обязательно. Домой собрался? Да. Ну как? На грузовике приехал, на нем и уеду. О, хорошая идея. Гифу, это он! О, и правда? Пока, Буши! Чуть не забыл положить. Хорошо, что вспомнил. Как холодно. За мной. Ты сумасшедший! Ты мог погибнуть! Их миллион! Не надо было его бить! Только необразованный пытается попасть домой, не имея плана.
Иди ко мне. Неужели я никогда не попаду домой? Да, я узнал, что живу в Гифу, но это никак не помогло. Рудольф, говорят, отчаяние – участь глупцов. А? Наверное, ты этого еще не понял. Отчаяние – участь глупцов. Гифу. Что это? Рейсовый автобус до Гифу. Постер с торгового центра. Здесь написано Гифу, правда? Да. А еще автобусный тур? Автобус идет до Гифу. Ну, конечно. Я знаю все об этом районе. И что угодно могу рассказать. Значит, ты должен знать и про автобус. Конечно, я знаю. Что с тобой, Бруши? Он, как это, влюбился в нее. Так ты знаешь про автобусный тур? Эй, ты ее знаешь? Мы с Мисси только что подружились. Значит, тебя зовут Мисси? Да. Расскажи ему все, что знаешь про автобусный тур. Про тур? Ага. Ты что, не слушаешь? Это здесь. Да, это здесь. Гифу, автобусный тур. О, 10 ноября. Отправление в 6 утра. Вот здорово. Ты можешь пробраться в автобус, пока никто не смотрит. Так я точно смогу попасть в Гифу. Это самый верный способ. Да. Я рад за тебя. Спасибо. Значит, завтра? Да. Ты уедешь утром. Мне будет тебя не хватать. Давай устроим прощальную вечеринку. И пригласим Мисси. Отличная мысль. Что ты хочешь съесть? Мясо. Мясо? Но у нас нет мяса. Мне нужно сбегать на автобусную станцию. Что, снова? Угу. Смотри, не заблудись. Если ты опоздаешь, имей в виду, все пропало. А ты куда? Есть кое-какие дела. Я дома. Ходил за... Беда! Беда! Рудольф, беда! Что стряслось, Буши? Одинокий кот ранен. Что? Как это?
Он подрался с дьяволом. Что? Он не может ходить. Их миллион. Рудон. Что делать? Что нам делать? Мы ничего не можем сделать. Уши, оставайся с ним. Ты куда? Босс умирает. Не понимаю. В чем дело, Черныш? Мяу, мяу, мяу. Подожди. Простите. О, это и вправду босс. Хорошо, он еще живой. Доктор! Как это могло произойти? В общем, я был возле дома Агавы. А потом вижу, одинокий кот идет к дому дьявола. Дьявол, хочу тебя попросить. Это зависит от того, что попросишь, бродягов. Я хочу попросить у тебя кусок мяса. С чего бы? Хочу угостить им кое-кого. А, кое-кого? Значит, меня? Да. Верно. В этом доме едят хорошее мясо. Не то, что те отбросы, которые ел твой хозяин. Хорошо, я дам тебе мясо. Но дорого тебе обойдется. Спускайся ко мне и покажи пару своих трюков. И тут одинокий кот ответил. Я согласен. Он очень хотел достать для тебя это мясо. Ну давай, спускайся. Чего ты хочешь? Так, посмотрим. Перевернись на спину и станцуй! Мерзкий бульдог! Одинокий кот взял и лег на спину. Да, одинокий кот попытался увернуться, но было слишком поздно. О, вы еще здесь. Не волнуйтесь, босс поправится. Но ему нужен покой ближайшие 2 недели. Он поживет у меня дома. Вы тоже хотите остаться с ним? О.
Да не может быть. Миллион. Рудольф. Ты в порядке? Да. Скажи, Буши что-нибудь говорил обо мне? Он сказал, тебя сбила машина. Да, я был неосторожен и не заметил грузовик. Рудольф, прости меня за случившееся. Я хотел поехать в Гифу с тобой. Ты сможешь доехать один? Их миллион. Спасибо. За что? За то, что ты заботился обо мне с самого первого дня. Вообще-то, это не входило в мои планы. Автобус уже здесь. Давай, Рудольф, езжай. Ты же не хочешь, чтобы я за тебя волновался? Тогда я пойду. Спасибо тебе за все. Спасибо. Прощай. Эй, Рудольф! Автобус в другой стороне. Рудольф? Буши, скажи их миллиону, что я благополучно сел в автобус. Рудольф, я... Одинокий кот так сильно ранен. А у меня ни царапины. Мне очень стыдно. Дьявол, как мы его одолеем? Есть идея, Буши. А? Эй, дьявол! Сегодня мы пришли не за мясом. Мы откусим тебе уши и побреем на лысо. Вы, ребята, пришли отомстить за тигра? Да. Так и знай, ты трус и не сможешь нас победить. Ты действуешь только обманом. Я знаю этот двор, как никто другой. Ah!
Как я не умею плавать? Вытащите меня отсюда! Обещай больше не трогать кошек! Пообещай, и мы вытащим тебя отсюда! Ладно, обещаю! Эй! Еще раз сунешь сюда свою морду, я откушу тебе уши и побрею наголо! Слышишь меня, дьявол? Рудольф? Буши что-нибудь говорил обо мне? А, да, что ты опоздал на автобус. Да. Это случайно. Сегодня ты один, Черныш? Входи, Черныш. На, поешь, малыш. Наверное, удивлен, почему мы вместе, да? Мы с ней вместе. Не догадываешься, почему? Нет. И не стану спрашивать. И... Ну, давай спроси. Почему мы вместе? Потому что у нас свидание. А я и не спрашивал. Я должен похвастаться одинокому коту. Ну, где он? Ушел куда-то. Опа. В последнее время он часто куда-то уходит. И? Может быть... А? Его прежний дом снесли, а на его месте строят новый. Вот он и ходит туда, чтобы посмотреть. М? Воу! Дьявол, ты не видел их миллиона? Не видал. Ну ладно. Их миллиона. М? Красивое имя. Правда? Когда у тебя много имен, это значит, что у тебя много друзей, правда? А у меня ни одного. Я много думал после того, как вы вытащили меня из пруда. Каким же я был эгоистом. Мы были с ним в ладах, когда он жил у прежнего хозяина. Да, как
когда он стал бездомным. Я стал говорить про него много скверных вещей. Эх. Наверное, это нелегко, когда твой хозяин уезжает из города. Мяг, мясо, которым он тебя кормил, никогда не было хорошим. Но я просто завидовал тигру, потому что он был свободным. А я сижу тут в одиночестве. И никогда не был за пределами двора. Что это? Остатки от завтрака. Я хочу извиниться перед тигром и... Как это... Подружиться? Ты дома, их миллион. Давай поедим. О, мясо дьявола? Ну что, будем есть? Мы поедим и пойдем. Ну, и куда мы идем? Не слишком-то радуйся. Не так-то много грузовиков ездят до Гифу. Но я нашел один, который следует в сторону твоего города. Это чудно! Где этот твой грузовик? Он здесь. Где же живу я? Этот человек доставляет посуду. Я его знаю. И он сказал, что один из грузовиков отправляется завтра. Ага. Как я сам не догадался. Слишком был увлечен миссией. Прости, Рудольф. Все в порядке. И я, мистер Хмелеон, буду сопровождать тебя. И позабочусь о том, чтобы ты добрался до Гифу. Что с тобой, друг? Я лучше пойду дальше сам. Но я буду волноваться, как ты добрался до своего города. Тогда я тоже буду волноваться, как ты вернулся в Токио. Я взрослый, все будет хорошо. Я тоже уже взрослый. Я очень тебе благодарен, что ты меня научил стольким полезным вещам. Ну, рассуждаешь ты точно как взрослый. Грузовик не сможет отвезти тебя прямиком до Гифу. Придется пересаживаться с одного на другой. Верно. Читай слова на номерных знаках и садись на машины, следующие в сторону Гифу. Изучи все места пересечения дорог, все города и области, которые будут попадаться тебе на пути. Я буду очень стараться и выучу все на зубок. Я припас для вас мясо. Ух ты! Спасибо! Вкусно, да? Надища! Я тоже хочу мясо. Пойдемте на вечеринку. Здорово. Знаешь, я хочу поехать в другой город. К бывшему хозяину. Я думал, что мой хозяин вернется сюда однажды. Но когда дом стали сносить, я понял, что он больше сюда не вернется.
С самолетами сложнее, но, думаю, мне удастся незаметно пробраться на борт. Ты справишься? А? Коты не сдаются. Правда? Это такая поговорка. Она помогает воплотить мечты. Твой пример вдохновил меня, Рудольф. Рудольф, одинокий кот. Теперь, когда мы стали друзьями, не могу поверить, что мы расстаемся. Это чудовищно. Я удивлен. Боже! Только не покидай меня! Пусти, я говорю! Пусти меня! Рудольф, ты сможешь добраться до дома, что бы ни случилось. Не сдавайся и держи хвост трубой. Отчаяние учись глупцов, так? Будь осторожен, когда поедешь в другой город. О, ты тоже. Береги себя, малыш. Рудольф. Берегите себя! Шизука. Поехали. А? Кот-путешественник? А? Как тебя зовут? А, усатик. Распространенное имя. Мне нужно забрать кое-какой товар. А тебе куда надо? Иди. Береги себя.
Придется вызывать эвакуатор. Отчаяние – участь глупцов, помни. Ого! Какие коты! Мэм, как дела? Мэм? А, ну да. Ты тоже возмужал, как я погляжу. А вы не видели Ри? Нет. Погоди, я должна кое-что сказать. Эй, а? Мистер. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Я Рудольф. И я здесь живу. Что? Как? Это правда. Рудольф? И ты здесь живешь? Я живу здесь с прошлой весны. Котенок, который здесь жил, сбежал год назад. И так и не вернулся. Вот они меня и взяли. А кот что у них жил? Его тоже звали Рудольф. У нас с ним одна мама, так что мы братья. У меня есть брат? У меня есть еще родственники. Ри хотела взять еще одного кота, но... Ей не позволили. Сказали, ты можешь взять только одного кота. Вот она и выбрала меня. Говорит, у меня глаза, как у прежнего Рудольфа. Что с вами, мистер? Да ничего. Я просто...
такой, мистер? Меня зовут Ихмелион. Ихмелион? Странное имя. Ты тоже так думаешь? Рудик, ты здесь? А, ты здесь? А что ты делал? Попрощайся за меня со своей Ри. Ихмелион. Рудольф! Что ты здесь делаешь? А? Долгая история. Я собираюсь остаться здесь. Правда? Ихмелион. Его здесь нет, да? Рудольф! А? Я уж было собрался в другой город, но тут случилось непредвиденное. Вернулся мой хозяин. А? Привет! А, новые друзья! Тигр, я приготовил особенное блюдо. Здесь хватит и для твоих друзей. А что, если я назову тебя Ворон? Ведь ты же весь черный, как эти птицы. Ну как, нравится? Вот и славно, Ворон. Ворон. Он открыл ресторан в другом городе, и у него очень хорошо шли дела. И он смог выкупить свой дом. Дьявол!
Их миллион. Ты теперь снова домашний кот. Это не имеет значения. Как бы меня ни называли, я остаюсь собой. А домашний я или дикий не имеет значения. Ты прав. Я чувствую, что могу идти куда угодно. Может быть, даже объеду все ближайшие города. И даже ты не остановишь меня. Мысли глобальные. Почему бы не замахнуться на весь мир? Ha 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 ha